Друзья, всем привет! С вами снова компания Япония Транзит. Мы сейчас находимся в Японии в автосалоне Toyota в городе Тояма. Перед вами главный японский король дорог, тот, кто собирает всегда просмотры, всегда лайки, тот, у кого есть аудитория в России. Даже те люди, кто любят исключительно левый руль, готовы в любой момент прыгнуть за руль Toyota Crown. Здесь у нас двухлитровая версия, турбомотор, двухлитровый турбомотор, достаточно богатой комплектации. У нас есть люк, белый комбинированный кожаный салон, комбинированный с черным цветом, кожаный руль. Подрулевые лепестки, круиз-контроль, естественно. Ну, блин, короче, электропривод руля, но это полный жир, самая максимальная комплектация, я так думаю. То есть, ну, сюда, в принципе, ничего нельзя придумать еще дополнительного, кроме каких-то допов. Здесь память сидений на двух человек, электропривод пассажирского сидения тоже. Вот такая вот приборная панель. Завести его, к сожалению, нельзя. Вот такой просто красавчик. Мы сейчас его весь покажем, потому что подобных обзоров очень мало на ютубе. Я, если честно, не видел еще. Есть возможность показать. Мы ей пользуемся. Раньше, конечно, в подлокотники в краунах сували вообще все, что было можно. Только, наверное, туннели не делали. Люк. Два литра турбо, конечно, когда станет проходным в Россию, пойдет очень хорошо, я вам скажу. Будет пользоваться спросом. И то, что говорят, что погубили крауна вот, типа, новым обликом, что 210-й кузов был намного агрессивнее, возможно, это так, но вживую эта машина смотрится немножко по-другому, она действительно выглядит круто достаточно. Я тоже был таким хейтером нового крауна, но здесь, в Японии, действительно, ну, взглянув лично, немножко поменял свое мнение, и есть такие машины уже в России, мы не привозили, но я видел человека, разговаривал с ним, кто привез белого крауна. Конечно, я не представляю, что там везут, то есть, ну, 100% не там 5 баллов, не оценки S, то есть это, скорее всего, битые топляки и так далее, то, что можно хорошо протащить по пошлине, ну, в общем, есть свои нюансы. Вот здесь стенд со стоимостью, данный аппарат стоит 6 миллионов 345 тысяч йен, старт от 4 миллионов 606 тысяч йен, 4600 это примерно 2400 миллиона. Конкретно эта модель двухлитровая турбовая стоит 6300, это 3800 примерно, 3800 миллиона рублей стоит новая машина. В Японии очень хорошие условия кредитования, и здесь вам предлагают за 30 900 йен в месяц взять эту машину в кредит. Ну, скорее всего, есть какой-то первоначальный взнос, здесь это не указано. Но, блин, вот эта сумма, это, ну, 17 тысяч рублей примерно, 18. Ну, это смешно. То есть за 18 тысяч рублей вы выкатываете вот этого малыша и едете к себе домой катать жену, детей или свою девушку и просто наслаждаться жизнью. Здесь очень крутые кредиты в Японии, на самом деле. Ипотека вообще не стоит ничего, ну там типа 0,5%, ну там что-то такое. В Японии деньги государство дает практически бесплатно населению. То же самое и для бизнеса и так далее. Но здесь очень хорошие условия в плане кредитования. Напишите в комментариях вообще, нравится вам этот автомобиль, взяли бы его в японский кредит. Я знаю, что 100% ответ да. Патроники.
такие фары, давайте поближе будем показывать, раз пока есть возможность. Фары, патроники, решеточка вот такая. RS. Насколько мне известно, они сейчас не делают разделение на Royal Salon, Athlete, Majesta и так далее. То есть вот есть просто Toyota Crown, RS, Advance. Ну, в данном случае это комплектация. Crown, RS. Самое главное изменение это было в профиль. Вот видите. Вы вот так вот посмотрите. Он сейчас чем-то стал похож на Gran Turismo кузов BMW. Такой интересный. Давайте попробуем открыть багажник, да? Интересно вообще, какой в седане багажник кому-нибудь. Ну, мне да. Здесь есть кнопка, нажимаем. Багажник открылся. Вот. Выглядит этот малыш. Тяжеленный такой багажник. Ну, типа, да. Ну, большой багажник. То есть, я не могу дотянуться. Ну, короче, охренеть, какой большой, я бы сказал. Так, здесь есть ручка. Конечно, ёпта. Тащите ее, блядь. Поменяли бы литье? Ну-ка, признавайтесь. В общем, ладно. Кататься нельзя, поэтому придется закругляться. С вами была компания Япония Транзит. Прямиком из автосалона Toyota в Тайами. Хотел сказать в Токио, но в Токио мы только завтра. Так что, друзья, спасибо, что посмотрели это видео. Все ссылки в описании. Подписывайтесь, следите, будет очень много контента не только из Японии, но и из России. Поэтому не пропустите. Давайте. Всем счастливо, до связи. Увидимся в следующем видео.